Всем привет! Вы на канале Tasty Food. Ну кто не любит похрустеть малосольными огурчиками летом, а если они готовятся еще за один день и очень просто, сегодня у меня именно этот рецепт. Вот что мне для него понадобится. Рецепт у меня прописан на 1-3-литровую банку. В данный момент я буду использовать двойную пропорцию. Мне понадобятся огурцы. Огурцы нужно хорошо помыть и замочить в холодной воде на 2 часа. Это залог, чтобы огурцы у вас хрустели. Также я буду использовать сахар, соль, укроп и чеснок. И, конечно же, 3-литровые банки. Приступаю. Холодную воду отправляю на огонь. Пусть закипит. Укроп разрежу на 3 части. Укроп делю на 2 части и укладываю на дно банки. И немножко укропа оставлю, чтобы сверху положить на огурцы. На каждую банку пойдет 1 головка чеснока. Чеснок нужно почистить. Чтобы чеснок быстрее открыл свои вкусовые качества, каждый зубчик чеснока нужно раздавить. После этого чеснок отправляю в банку. Чтобы огурцы у вас успели быстрее просолиться, отрезаю попки огурцов. После этого огурцы плотно трамбую в банку. Укроп, который остался, выкладываю сверху в банку прямо на огурцы. После того, как вода закипела, добавляю соль и сахар. Пусть все растворится, и маринад готов. И сразу кипящим маринадом заливаю тонкой струйкой на огурцы. Смотрите, чтобы банка у вас не лопнула. Заливайте прямо на огурцы. В каждую банку влезет 1,5 литра воды, а огурцов у меня получилось 1,7 кг. Теперь закрываю крышкой, они постоят один день и к вечеру уже будут готовы. И просто оставлю их при комнатной температуре. Огурчики постояли один день и поменяли цвет. Они уже получились очень вкусные и малосольные. Но самое главное — это хруст. Послушайте. Очень вкусно. Особенно с молодой картошечкой. Этот рецепт очень прост и получается очень вкусно. Буквально 10 часов, и у вас всегда на столе будут вкуснейшие малосольные огурцы. Обязательно приготовьте и напишите комментарий, какие вкусные огурчики у вас получились. И не забудьте подписаться. Пока!